Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать, как сделать пчелку из помпонов и проволоки. Материалы для детского творчества позволяют создавать самые различные поделки. Например, если воспользоваться готовыми помпонами и пушистой проволокой, то получится забавная пчелка, показанная в нашем мастер-классе. Для изготовления такой пчелки мы приготовили помпоны желтого и черного цвета, синельную проволоку серебристого и желтого цвета, ножницы, декоративные глазки, клеевой пистолет. Основу для нашей пчелки мы сделаем из пушистых помпонов. Сначала соединяем между собой помпоны черного и желтого цвета. Делаем это с помощью горячего клея. Затем добавляем еще черный помпон. Такое туловище для будущей пчелки у нас получилось. Крылышки будем делать из синельной проволоки. Сначала берем обычную желтую пушистую проволоку и формируем одно крылышко. Симметрично делаем еще одно такое же крылышко, они соединены между собой посередине. Дополнительно воспользуемся серебристой проволокой. Из нее мы формируем крылышки чуть меньшего размера по сравнению с желтыми. Теперь соединяем вместе две заготовки различных крылышек. Для этого нужно оставить небольшой свободный кусочек серебристой проволоки, который поможет соединить эти элементы между собой. Далее прогреваем клеевой пистолет. Он нам потребуется для того, чтобы приклеить крылышки к туловищу, выполненному из помпонов. Осталось приклеить пластмассовые глазки. Наша пчелка из помпонов и синельной проволоки готова. Поделитесь мастер-классом в соцсетях, посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками. Подписывайтесь на YouTube канал. И спасибо вам за лайки. Всего доброго. Все ссылки под видео.